Алма Хенлон, американская актриса эпохи немого кино. Родилась 30 апреля 1890 года в штате Нью-Джерси. Была младшей дочерью Джорджа Хенлона. С 1905 года была замужем за бывшим корреспондентом и театральным деятелем Уолтером Джеем Кингсли. Актерская карьера в кино длилась всего 4 года. За это время она снялась в 23 фильмах. Первой ее ролью в кино была роль Дороти в фильме «Закрепитель» 1915 года. В 1917 году она развелась с Уолтером. От этого брака у нее родилась дочь Дороти. В 1918 году вышла замуж за режиссера Луиса Милла. В то время она 2 года проживала в Бейсайде. В 1919 закончилась ее карьера в кино. Последней ее картиной стал фильм «Спекулянт». Позже она вместе с дочерью перебралась в богатый пригород Гросс-Пойнт, штат Мичиган. Она скончалась 26 сентября 1977 года в штате Калифорния.